4000 кило. 25. Да, 25 кадров будет вообще сильно. Прям как фильм смотришь будет. Сделаем. Ну все, полетели. А, картошка там хочет покатать. Ну что, картошку пригласим? Да, не вопрос. Открываем. Давай. Привет, мышка. Картошка, у тебя Дискорд есть? Картошка, есть Дискорд? И как она тебе ответит? Ну, ВКонтакте. ВКонтакте ответь, если... А, так ты написал, спросил ее? Кинь свой ник и цифры. Ну и, соответственно, зайди туда. А чё сейчас? Там как белые. У неё, может, спят там родители, может. У неё время такое же, как у тебя. Даже поменьше. Калининград, ёпты. В Европе живёт. Я понимаю, что только у меня, но у всех по-разному. То есть я там сам живу, мне никто не говорит, когда ложится спать, правильно? А может... Что, она зайдет в Дискорд, нет? Пишет потом. Заходить ей лень, блядь. Тебе лень заходить, серьезно? Вот ты ленивая жопа. Маленькая ленивая жопа. Что-то просадки по гадрам, капец, блядь. Русские. Это из-за Дискорда, скорее всего. А ты аппаратного скрея нет, чисто в Дискорде. Чё говоришь? Так, теперь по кнопке опять говорить, чтобы картошки тебе давать карманные. Что, мы же так и общаемся в Дискорде. Давай без Дискорда. Переключишь на этот, на команду. А как это делается? Не
не помню. На склад. Больше, больше два. Ой-ой-ой. Куда летим? Какой угол падаем? Чел на ангар упал. А, нет, не на ангар. На ангар можно упасть. У меня тип. В этом доме на метке двое. Вижу вот напротив дом 20. Чел вот здесь. Уже перебегает. Ко мне идите. Да блять, как это все быстро? Идите ко мне быстрее, сука, говорю же, блять. Давайте ко мне, блять, сказал же. Ну, наконец-то. Все, их там двое тут. Блять, его. Он коснулся его. Картошки фрага засчитали. Аптеки есть? Нету. Это говно, блядь. У нас еще склад, наверное, скрыт. Калку оставь, блядь. Вот тут. Все козы. Так, картошка. Да блять, как это, сука? Сколько в них патронов надо ввалить, заебали. Это вообще какая-то дичь, блять. Прикол в том, что ты там сам воевал с ними, даже не сказал, что подмога. Он говорит, сейчас сказал сюда.
А шпяги? Шпяги полетим. Пушка, мы в общаге, если что. Плохо, мы в общаге. Ты перезарядился, а у меня кто-то есть, слышишь? Шаня. У меня кто-то в общаге. О, тачка летит, все сейчас собьет. Тачка на лестнице, все. Он дымится там на бузике. Да не, не вылазь, не вылазь. Он сейчас будет пытаться задавить. Он сейчас будет пытаться задавить, не вылазь. Просто ебашим сейчас по нему. Не-не-не-не-не-не-не-не. Все, летит, 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 тихо. Бать его колбасит. Пошел нахер. Шаня. Такой наивный, блядь, да? Типа, тормознул, ничего. Есть пятерки? Пятерки есть? Да, нацепили. Блядь. Летит, 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 летит. Сука, урод, я вот. Блядь, на пятерке. Я успел калаш на жопку еще, наверное, пусть. Сука. Я успел калаш нахуй. Придурок, блядь, я вот. О, нашего ёбнул, сука, урод. Тихо, тихо, зажал. Давай я на этой лестнице буду стрелять, ты на той. Давай. Да, да. Идём, картошка. Надо убирать его быстрее. Ух, нихуя он шуршанул, слышь. Бался опять, тихо.
картошка аккуратно, он вообще быстро летает. Бля, я ему так сузика дал, хорошо. Да я ему тоже накидал. Он сейчас там ваншотный, наверное, или сидит, ну. По нему там тип тоже стреляет, походу, вообще жестко. Тоже поди сидят на лестнице и башат. Бедолага, блядь, летает, не знает, кого ебать, не может выебать. Ну они, походу. И башили кого-то. Не-не-не, не его, не его, не его, не его. Пиздец. На крыше сидит. Чел, выйди с катки, а, блядь, заебал. Дай поиграть нормально. Понял, сдохни, не понял, сдохнешь ты. Ты сдохнешь, ты ютубер, ты поганый. А, там, слышь, там алкаш какой-то играет, включи полный чат. Пошел нахуй, блядь, долбоеб обоссанный, блядь. Я в рот тебе ебал, блядь, машинист ебучий, блядь. Там дура пьяная какая-то, блядь, играет. Что, долбоеб, блядь, не получается, сука, убить никого, блядь? Хуесос, блядь, ты где? Да он уехал, уехал. Сейчас ждет, пока мы там будем двигаться. Ну. Нам зашел кто-то, что ли? Или ты дверь открывал? Тошка, вот в этом доме еще люди. Ну, в смысле, в соседней. Он ждет, ждет, пока мы, короче, это расслабимся и будем хуйней заниматься. И он сидит. Их людей давить пытается. Что-то никого еще не задавил. Да, конечно, он такой конченый. Какая дура, конечно. Жесткий тролль такой. Он слышал, что он мне сказал? Ты слышишь мне не. Ты ютубер, ты сдохнешь первым. А, ты сдохнешь раньше, чем я, или что там? Что делал, блядь? Сейчас, тихо, тихо.
Чуваки, здорово. Йоу, ребят. Эбзя. О, этот петух летит. Сука, задавил. Пи-пи, пу-пу, пи-пи. Пидорас, блядь. Пи-пи-пу-пу-чек. Ну ты лох, конечно, еще и тюбер. О, ты вообще капец красавчик с читами-то играть. Я в том-то и дело, что и с читами, и не тюбер. Что ты там, блядь, дрочишь? Я с читами играю, что ли? Я тебя опять сейчас кончу в рот, блядь, долбоёб ты ебаный. Что ты, блядь, свинья ебаная там, платишь, блядь. Осуждаю, кстати, за свинью. Эо, ребята, это нам, вы там нас слышите, нет? Да ну, кого они слышат-то? Они бомжи. Ты сам говорил, что расслабиться и ушел далеко от лестницы. Стреляй по тачке, картошка. Знаешь, почему на бузике летает? Потому что его взорвать тяжелее. Да, да, да. А нахуй пошел, блядь? Долбоеб на машине, блядь. Я мать твою ебал, тебя, блядь, ебал. Ты ему говори, что ты типа, когда он подъезжает, а не когда он уже уехал. Вон он стрел... А, на тачке кого-то задавил еще. О, а, он там летает, наверху, на горе. Да, тяжелая у него катка, если честно. Он так, наверное, никогда, нахуй, не это, не потел читами нам. Че, чуваки? Да, вот с тачки бы лучше. А есть машина рядом? Попал по нему, видел разочек? Не, не видел. Попал по нему разочек. Там чувак под синькой, говорю, сидит, играет, нахуй, летает, ну всякое разное. Похуй, его сейчас забанят, блядь. Чек. На репорт никто не отправил. Ты отправил, нет? А, тоже бы колеса вам найти. Колеса-то его, блядь, можно было разъебать. Да у меня еще какого-то хрена персонаж так медленно стал ходить. В домике. А, вижу, перелазит. Второй прошел. О! Нет, это не он был исключен. За контейнер. Ой, хороший прилетит.
Че, давай рискнем, тут дом пойдем. В дом, дом пушит. Кстати, не этого типа забанили. Здесь у нас тихо. Взорвется, чекай. Иди нахуй, долбоёб, блядь, обоссанный. Мне на им посрать, я долбоёб, если чё. Ебать ты лох, ебать. Нихуя себе. Ты, наверное, в жизни ничтожество, раз тебе... Играть, да? А чё он говорит? У тебя, наверное, хуй 3 миллиметра, да? И ты, блядь, решил отыграться, блядь. 100%, блядь. У него даже канал на YouTube есть. Стрелять, блин. Пап-клайд читы, пап-клайд чет. Научу играть с читами, ебать. Нихуя ты мощный чел, мощный. С читами научишь играть, блядь, молодец. В порнохабе он учит в жопу ебаться. Осуждаю. Это ты лох нас пытался на машине задать? Да, это он. О, бан получил. Бан! Ебать лошара, и кто тут лох, блядь? Осуждаю.
Лошара, блядь. Забабанили дуру. Ну что сказать, теперь у него бан прям даже в прямом эфире на моем канале. Класс вообще. Ой, гениально. Как у него канал называется? Ну так, Рылани. Скинуть тебе этот. Последний Игрик? Твои. Игрик последний? Или И с точкой? И с точкой или Игрик? Кинул тебе ВКонтакте. Алло! Кинул ВКонтакте на канал тебе. Сейчас ему зайду, гадости всякие напишу. Давай, жмите. Гадости напишу. Да, да. А он что, не стримит, походу, сейчас? Да он и вообще не стримит, он лох. Просто конченый чел. Ну как так можно, блядь? Да просто он... Он там под синькой, что ли, или прикинь, вообще... Прикинь, наши, короче, два это... Наши два с картошкой эти репорта вообще решили его судьбу. Ну да. Реально, он же нас последних убил. Да там он уже и на УАЗике на своем полетал, уже и на спидхаке побегал, уже с АИМом пострелял, уже и со всякой херней. Так что я это было. Я почему-то подумал, что те типы идут нас кушать. Что это не читер, что он куда-то свалил. Да? Я на пирс. Учкуемся, если на нас там до хера народу летит в этот. Картошка, прыгай, прыгай. Тошка! Картошка! Долго там. Он не мог ничего сделать. Он, бедолага, летал там от одной лестницы к другой лестнице. Не, да, вот, кстати, решило то, что мы еще там в натуре долго держались. Да, с нами летят. Я на пирсы. Кириллсы. У нас люди тут прям вообще в упоре. В каком они упоре, блин? Ау. С тобой нет? Там чел бегает, картошка, тут. Понятно. Ну где нашего заколбасили? У меня откос. Бежит, бежит. Ну куда вы ушли? Еще бегут. У меня. И хера его подкинула.
движка на этих, на руинах. Сразу откис. Понял. Ебать, я ему столько просадил. Пипец, он не сдох. Полутаю пирсы, надо пойду. У того прицелы были какие-нибудь? На пирсе там интересно. Нихуя. Ничего, в смысле. И не ха-ха. И кубазетку только нашел. Блин, у меня патриков. Пятерок не хватает, а семерок до хера. 130. Я тебе дам чуть пятерок, немного. Прицел бы нужен был. У меня, в упоре, кошка, с другой стороны дома. За камнем, ага. Неплохо мне, да. Где он? Ага, вижу. М24, я еще далеко поеду. Сейчас подойду, картош лежит. Тебя дымом прикрыть, дядь, Панфил? Хорош. Поднимай одного, пожалуйста. Картошку подними, она меня поднимет. Дым сейчас закончится. Ты чекай, она меня поднимет. Не-не, сядь так, чтобы не видно было. Так, да. Тебя видно, картошка. Уходи! Сука, пинг ебаный заебал! Надо было вас не подымать! Я что-то думал, что уже за этим камнем ближним нет. А он, кажется, там сидел. Надо было один в один. В один играть. В нем шот был, надо было, блядь. С кибазешки зажать. Все. Протупил.
Смотрю стрим Бахту. А ну посмотрим. Мне КДшка бы ему интересно было. По кнопке можешь сделать свой микрофон, а? Чувак? У меня по кнопке. Че, я все слышу? Че, опять Сан-Мартин? Зарегистрируется. Да-да-да, опять там будет летать. Машину, да, опять там будет летать. Блин, вы два пати сидели в разных общагах, блядь. Не, ну он, конечно, бан получил нормально так. Прям вовремя почти. Чё-то ты выпрыгнул как дядя вообще. Даже... О, ничего, там чувака погнуло. Погнуло об крыло? Не знаю, но у него, короче, ноги, знаешь, как буква ЕГЭ такие вверх. Потом в позвоночнике согнулся так. Я вспомнил, ты сегодня типов убил, и он подпрыгнул крестиной в этот труп. Я не видел. Не видел, реально? Мы в дуву когда катали. Картошка сейчас типа там размонтила, ну, это, сбоку. Он тоже, я в окошко смотрю, я фух, только ушуршал. Да я, кстати, там тоже стрелял чутенько там по ним, поэтому по гаражу хорошо работал. Да не, первых, которые только спрыгнули. А, я видел боковым зрением, что кого-то убило, но кого не успел. Так там, я на горку подсунул. Там улетел вообще четко, ну. Как горка, Жора? Ты же на горе нам не поможешь ничем здесь. ПЛШП. Ну вы держитесь там. Долетаешь, да? Ага, все нормально. Болтаюсь и спущусь. Что думаешь, сейчас жить буду? Не поможешь. Ты можешь. Так, мы тоже могли куда-нибудь там прыгнуть подальше, потом сюда пришли, почему-то. Да не. Я выпрыгнул, блядь, поздно, понимаешь, но ну, ты сразу. Наоборот, рано. Так, ну я же говорю, как дурацкий. Эй, зачем рухаешься, дядя? Обзнал свою месть, Данил. Понял. Простите, блядь. Осуждаю. Все осуждаю. Все, что в игре, я все осуждаю. Вообще саму игру осуждаю. Тебе четверка на сайге. Тут коряк есть нормально. Нормально. Взял бы там что-нибудь типа коряка. Так, а вот эти маленькие общаги не прыгали? А, нет, вроде. Туда картошка двигается. Топанчик, привет.
Дайте инфу, где типа были. Да, в центр куда-то прыгнули. В центр куда-то оно прыгнули. Тут как раз на трехэтажке там трое прыгнуло. Пёрки тут есть. Там 24, нифига. Топ. Калаш. Хорошо. Так. А откуда? Откуда стреляли? Вилмаги вам нужны, пацаны? Не, нет. Не нужен дома, как обычно. Нет, снопы. Понял, а тут он 24 лежит в доме, если что. О, возьму. Соседний, короче, вообще. Соседний, там где я соседний. Второй этаж. Не помню, честно. Может, первый. О, вижу типа. Ну чё, Вилмага? Накидал по нему. Баннер? Да-да-да. М-ку топовый скинул. У меня есть, есть. Патронами. Патроны возьму. По хилам что, тебе нужно что-нибудь? По хилам нет. Где М24? Где увел мат на нее? У меня сейчас дам. Пятерки-то скинул. Он мне пятерки скинул, скидываю тебе. Ага, давай все. На. Че, подтягиваемся красным? Да. На кирпичку, короче, знаешь, на какую? На кирпичку, да, вот на эту вот. Да. Да. По кому стреляешь? А, метку. Ну, вдоль дороги двухэтажки жесть. Двое. Четверку скинул. Понял. Они не в кирпичном этом, да? Они слева там. Да, кирпич. Кирпички, да? А, за. Этаж. Вижу первый этаж кирпич. Правое окна было.
Так, это чё, откуда стреляли? Там ещё файт непонятно идет. Хорош? Нокнул кирпич. А? Только нок? На первом этаже, как. В красной кирпичке, да? Блядь, нет, кирпичек там нету других, она та, трёхэтажная. Такая же, как и у нас, в которой мы сидим. Ползёт налево на первом этаже. Гора. Гора. Не вижу. Я тоже не вижу. Тачка едет. Ебашим. ТС здесь есть. Миша, твой не откис еще? Не-не-не, его подниму, честно. Там двое бегало? Да, мне кажется, там несколько было. На к вам оттягиваюсь. Когда пополз в левую часть здания. Ни хера не пойму, где. Откис. Поставь метку. Красный пожар, тут чувак один. Угу. Он на втором этаже на улице. На крыше. Вон, глушек расстреляет с калаша. Я отсюда не видно. Че М24 есть? Да он там в окне мелькает иногда. А, вижу. Danger ahead. Пожарка, ног. Понял. Вроде один был. И там еще есть, походу. Желтый меня напротив, сейчас да. А, вижу. Ой, вижу. Тихо. Пять. Бать, еле съебался. Горы. А, ты того же, да, нокнул? Второго я. Ай, сзади. Сзади стреляют. Точнее, сотки. Чувак по мне просадил. Желтом нокнули, так? Будет двоих, то что были. Там перебегают. Перебегают на сотки. Они к своим бегут, меня поднять крутят, там хотят. Меня крутят. Меня задумали. У нас на сотке картошка. Вот он. На этих. Через дорогу скоро побежит. Двое. Спрыгнул с крыши. Так я твою мать, блядь. Да не будь. За палаткой 95. Сука. Так. Что? Пришли, сука. Блядь. Попасть еще по мне.
мне не может. Сзади можете помочь мне? Не могу. Чувак, мы вдвоем нахуй. А вы влюбились в одного и все, и пошли его. Там двое их. С калашом это читер есть. Хорошо, хорошо. Хорош, хорош. Лучшая. Да, если бы еще НКУ дали чуть-чуть раньше, не хочешь заражить их, выходить. Добить их. Такая. Сзади не подошли. Куда стреляют? За домиком этим синеньким. Они в дымы кидают. Нам бы перейти через дорогу, желательно вообще. А те сразу умерли, да? Да-да-да, все. Компенсатор на автомат. Кинул. Погнали через дорогу. Возьмете машину и поедете, у вас пикап стоит. Второй, возьми тачку. Пока отвлечешь их. Они криворуки, он не мог по мне попасть, блин, когда я был в Ноке. Брони тут нету, блядь. Каска вторая целая, Гарри. И броня вторая коцаная. Я на подарки тормозну, там буду запил. Ты смотри, чтобы... Вот. Где он? Ты не отойдешь оттуда? Машину сейчас сорвет, понятно. Твою мать, блядь. Какой ты ехал? Не понимаю, что происходит, блядь. Так я, блядь, на машине ехал, чувак, блядь. Рапер домой стоял бы. Ну, че, подлутаем его? А че я должен был делать, блядь? Он начал взрывать машину, надо было от нее отходить. А мне куда идти, блядь? Больше укрытия нету, да, на машине. Дойти, взорвать ее и самому за ней спрятаться. Куда взорвать, блядь? Я отойду, блядь, уже отстрелю буду. Ну, дать гранату, дать дым, как-то прикрыться. Ты просто трифайером всю картошка быстрый, ну, возьми тут. Мини хп было, блядь. Третий рюкзак. Я только выйду, меня убивает за секунду. Теперь нам тачку где найти? А у меня баг. У меня же баги есть. Оправдание? Да, есть у каждого. Там баги моя стоит. Ты, блядь, не будешь уебываться, блядь. Да он такой. Меня своими. Меня свои. Так его ёбнули уже. Да, меня уже. А хуй тогда выебал? Ты читер, когда я тебя шел. Учит, блядь, сразу советы дает, блядь, только убрет, блядь, везде сразу. Слушай, а читеров все могут убить, какая разница. Просто ты ютубер, а я нет. Ты играешь, как ты
чем тут, блядь, ютубер, блядь? Че, блядь, ютубер, блядь, нет? Я специально ехал, чтобы этот пидорас по мне стрелял, блядь, а он мне прям передо мной, блядь, стоит, сука, за углом. Не, да тебе надо было свернуть чуть-чуть и не останавливаться. А когда въебался, уже, да, базара нет, там жопа была. Так что там патовая ситуация такая. Промахнулся, там такой уже хоп и ушел. Но там, конец. Ты же там стройки еще жал, да, вроде? Он сжал от бедра вообще в него, с калаша. От бедра с калаша? Ну это что, несерьезно. Зацикль. Ну ничего, а, ты со мной не поедешь? Вот еще раз убеждаюсь, что кто стримит на ютубе, блин, не умеет. Короче, люди, просто нафига вы стримите, если вы не умеете играть, блин? Ты, бля, до сих пор там что-то пиздишь, что ли, чувак? Да, он такой, я ж тебе говорю. Я сам еще живой был бы там, да, блядь? Пусть пизди, да, блядь. Ну, какая разница? Ну, хорошо, прослушайте вы, друзья, живые. О, вон дроп, картошка. Чё ты обижаешься, девочка? Что-то... Говорю просто то, что вижу. Да закрой свой рот, пизду, нахуй, пойдешь. Ой, все, обиделся. Ну, вот и маленький мой, ну, беда. Блин, на долбоёбов обижаться, блядь. Я не считаю себя долбоёбом. Обсуждаю. Может, дохуя что думаешь, блядь? Да успокойся ты, дурачок, блядь. Тут пулик и третий жилет, Картош. Слился, сука, молчи теперь, да, блядь? А там X какой, четверка же, да, была вроде? Это надо было хотя бы X6 взять. Четверка. Вон тип, вижу, 260. А церкви есть у вас? Лево. Нихера там. Пронесся. Ты видел? Такое? Ты видел? Да вообще. Да не читер пронесся. Не знаю, не знаю. Едь сюда, Картош. Охерел вообще, как так быстро, чел. Просто втю. О, вон бежит. Двое. Стоит. Как? Давай, нужен хедшотик. Ёбаный там какой-то имбецил просто. Блять. Еще один, где будка? В будке. Да, за будку. Он бежит в открытую бежит. Еее, мог ему дать, пока он перед будкой там квотсал. Да, я не мог дать. Бетончик там такой. Закрывать сейчас будет его. Миша будет. Сука. Хорош. Ой, хорош, картошка. Умничка. Надо иксовку у него забрать. Картошка, блядь, чесноков убил там, если что. Убила. В смысле, убил, ты что, девушку, что ли? Да. Чего ты в труп стреляешь, дядя? А вот тип у нас 205. Я с четверки не вижу стрелять. Ой, Абик нас стреляет. В общах желтых, походу, да? Маскалат. ЛГшки на 200. У вас слева еще где-то этот АВМ стрелял. Сука. Спокойно, не торопись. Сзади надо открыть.
На дропе, скорее всего. О, у нас еще один дроп. Охерею. Из зоны бежит. Тошка, кто по тебе? В зоне, они в зоне. Кто по картошке стрелял? Там, если что, сзади дроп. Там вся фулочка. Там и аук. Ты пролезешь, ты? Застрял. Жирный. С стороны зоны он. Ангаров стоит. Потому что... А, вон он. Поюди сразу, не закрывайте. На временно зеленой метке тип за этим, за холмом. Картош. Он не в зоне. На зеленой метке тип за холмом. Его нужно закрыть. Автомат. Сразу, да, откис. Там авик? Ой, я картошка что-то творит. Ну, хороший интернет, наверное. Ох, умничка! Хороший интернет. Справа, по-моему, у тебя какой-то кто-то был. Снизу поднимался, кажется. Справа. Блять. Я же... Ох! Нихера себе. Ты где был? Надо было вам вдвоем быть. Че, охуел? Он прыжки стреляет, нормально. Не один. Зачем ты такое делаешь, блядь, сука? Посмотрел того типа. Жопой, блин, ты че с ума сошел? Бля, мы сейчас будем... Сейчас будет... Помолчи, да, хуя, пускай доиграет челик. Да иди нахер, слышишь, блин, ты дядя, блин, я видел, что ты играешь. Да, ты кажется, твой рот, да, блядь. Ты, блин, играешь, ты видишь, что ты кривой. Совет тут дает, блин. Я молчу, это ты ж там пиздишь, что-то замолкаешь тут. А, блядь, эти пиздили. Не, это педрил, это педрилы. Вот этот педрил. По-любому. Типа Тима такая, блядь, жесткая. Читаки. Какие, блядь, для них есть. Вот этот по-любому читер. Дефакью Шамелис, да? Ты видел, он, блядь, когда с горы прыгал, блядь, он в полете тебя стрельнул, попал на плохо пойти и снес нахуй. Без кино смотри вообще, да. Да я знаю этих чуваков, блядь. И чё они? Не читеры? Там один вроде, один нормальный, блядь, остальные читаки там, да. Точно. Нормально, блядь. Давай посмотрим. Я вот за вторым смотрю. А ты со Саньком, а я смотрю за четвертым. Ну, для профилактики репорт не помешает. Да, согласен. Вот этот чувак мне в прыжке дал, которого 6 сейчас фрагов. Я понял, четвертый. Ове. Смелый он против авика так становится, слышишь, угу. Вообще безумный какой-то, блин. Там на характере, блин, вообще. А, 2 в 4. Вот, блин. О, тут типы тоже какие-то посредственные. Откуда он стоит где-то?
тебе говорю. Я бы уже стремался, потому что там он мог перейти по левее. Он справа. Ох, сейчас Алик, я ему чувствую, в башку даст. Я не умею стрелять, как они стреляют. Картошка тоже так стреляет. Ох, ё-моё. А, в щель ему дал. Прикольно. А, нет, го... Погоди, а чё у него... А чё у него башки нету? А он уже там его спас. Дерево стрелял. Че он в дыму типа? Тут он знает, кто целится, как... Видит, видишь, он видит, где высадится. Надо видеть. Над головами просто. Да нахуй такой топ-1, блядь, на читах, я не знаю, за чем они для читами играют, блядь. Какой кайф от того, что ты, блядь, топ-1 возьмешь и с читами. Ну, в основном... Их все по жизни обижают, да. А то могут побеждать. Он, блядь. Вместо него, блядь, искусственный интеллект стреляет, блядь, я не пойму. Раком в топ-1 заполз, чел. Ой. Шамиль пишет, есть место у вас или нет? Слышишь, что говорю? Шамиль пишет, есть место у вас или нет? Зови, конечно. Позовешь его? Ну, в смысле, приглас кинете. Кинь его, я везде его вот, удалил с друзей. Ну, картошка кинет его. Фигел, блин. Ну чё этот баху вообще никакой, блин.
Здорово. Ты меня не лечи и не води рукой. Куда? Панфил. Панфил. Ну со мной не разговаривает, да? Он отошел. Ирка стоит. Что такое? Здорово. Блин, здорово, здорово, здорово. Шам, у тебя сколько времени сейчас? Я? Час ночи. Ну, не ж московская, как у меня. А, ну все. А у тебя? Да хрен его знает. 4, 5, 5, да? 5. А чё ты не спишь? Нифига себе с нами сколько, нифига себе. Еба. Очень, очень много людей, ребят, очень много. Я к тебе, Панфил. Картошка, у тебя коцаный чел. Прикройте. Я не знаю. Кого крыть-то? А? Оружия нет. У меня оружия нет. Узик скинул. Сейчас подберу. Все, есть, есть, есть. Забит. Спасибо. Так, давай аккуратно отыгрывать, пожалуйста. Что бежит? Блядь, бежит у меня. Тихо, тихо, тихо. У меня бежит. Двое. Вот тут есть. В этом домике есть. У меня за стенкой где-то. Шамиль, за стенкой. Так, одного ног сейчас твоего бежит. Ой, бля, прям у тебя справа. Хороший, лучший. Ну это был байт, короче, знаешь, типа я вышел, и ты меня не поднимешь. Бля, я не вижу где-то. Я увидел. Аюшку оставь справа, пожалуйста. Да-да-да. Там на Мишиной стороне, где он лутался, там люди. Да-да, там чилик был. Сейчас приду. Как он меня не увидел, не знаю. Ебать, не бомжи, Ева. А ну зато глушак есть. Ну, потом возьму. Не, ну я... Под скалу. Есть что? Тут трое. Трое под скалой? Я бегу, но у меня хп. Еще один там вдалеке. Не, парни, я не файл. Давай. Один на крыше. А, вижу крышу. Вижу крышу. Блять. Да сейчас толпой заебем его и все. Все? Нет, на крыше. На крыше есть, на крыше.
Крышу вижу. Сука. Я его прям вижу, ща я отхилю чуть, я ему ебальник шломаю. Он прям так стоит еще, сука, пидрила. Че, как-то его обходить надо, что ли, или че? Где он стоит тут? Там же, там же на крыше? Да, 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 там же на крыше. Слышь, не-не-не, он вниз, он спрыгнул, я не видел. Сливается, сука, белая хуйня. Это другие типы. На левый пробежал. На... Мать, как же ее ведет? Он в доме вот в этом. Не да, Это его? Да, его. Хорош. Калаш есть где-нибудь? Бля, он так пикнулся четко. Тут восьмёра, парни. Калаш нужен. Что-нибудь калаш, надо вообще. На таких... Калаш был в этом, слышь? Калаш в этом. А, я сейчас тебе метку дам на калаш. Это я... Желмак нужен кому-то? Жишка, да-да-да. На вектор нужны все бесы. А на вектор ПП этот увеличенный скинул вот тут. А, Где дым? А души. Так, у меня пятерок маловато, ребят. Есть пятерки, поделитесь. 17 штук, только могу. Да, у меня 60, да. А, не, нормально. У меня просто одна обойма, я думаю, вот, уж много есть. А жопа на метке. Ой, на эту на М-ку надо? Жопа на метке, да. А слышь, где ты этот? Как тебя забыл? Миша. Что? Где ты есть? Тут. А, тебе пятерки, да? Не, я тебе хочу дать компенсик. Давай, от души. У меня восьмерка, а на диде не на что. Топовый маг на вектор. СКС есть. На, иди сюда, Миша. Так, на пятеру тогда. Тебе не нужны? Нет. Спасибо. Идем, я тебе покажу, где СКС. Отметь, пожалуйста, сейчас подойду. Ща. Эти калаш. Вот тут. Где-то вот тут была, все, ее спиздили уже. А, нет. Вот тут. Есть. А, не, тут М-ка. Калаш в туалете, блядь, Панфил, ты чё, жохнешь нам? В туалете? Да, вот я тебе пометил. Фантазер. Меня насыпает. Жопу на М-ку надо? Фантазер, письку мне ты соса. Да. Пират... Тихо, он же стримит. Ну шо ты, осуждаю. Ну шо я письку? Я нашёл. Такой. Писька. Ну. Есть вертикалка и... Вертикалку возьму. Ну, я тоже взял, ну ладно. Восьмер, надо восьмер, как я это. Много, короче. Пацаны, я могу поделиться этими винтами. У меня 42 штуки. Я бы взял, у меня вообще нет хилов. На. Ничего. Я дам тебе. На тебе. Шестерка, восьмерка, ну, ладно, скинул. Все. Что, кто-нибудь поедет сюда еще, нет? Че? Блять, моего, которого нокнули, его добили. М4, ребят, я с этой буду играть. Слышь? Пачока нужна, если что. Вот тут, брат, я не могу взять. Сорян, место. Я возьму. Так, вы мне напоминаете, что Панфил стримит? Что у меня ротик грязный. Я сам забываю. Пошел ты. Пошёл. Окей. Коряка. Калаш. Коряка еще. Семерок, кагав на забане. М-ка топовая с пятерками, две пачки. Сейчас заберу. Взял, но раз это играет... Шамин, наверное, едут. Я, кстати, Тихо. А, это картошка. Картошка. Кстати, я вот в этом доме... А, вот давай, вертикалку скинешь? Да, скинул внизу уже. Всё, иду. А где пачока? А где пятерки? А пачока где-то тут была, внизу. Вот она, вот. У меня почти все. Ой, блядь. А где пятерки, слышишь, блядь?
Сорян. Багда, сорян. Да я выпрыгнул как дурак. Поехали. Да, выехать, конечно, с первой каской, блин. И без аптек, без хилов вообще. Это же Стой. Едь по этому, по снегу. А у меня у самого винты, только ничего больше нет. Слышь, поехали гороху закроем. Слушай, ну там нереально человек, там Москва, да, по-моему, кроме нас еще было. Просто я не знаю, как там вы выжили, я просто случайно пропустил. Хочешь? Да просто все постреляли правильно. По правильным персонажам, так сказать. Ставим эти бомжовки. Не-не-не, мы на это закроем дорогу. Ну парни, ну куда лутаться? Ну идем. Пятерки есть. Видишь, надо было отсюда сразу. А, не, здесь не залезешь. Хочешь тут полутайся, братка? Я тебе разрешаю. Спасибо, только хотел сказать. Ты почувствовал, да? А у меня кошка чуть-чуть этот, дурная. Она знаешь, куда садится? А горока пустая, парни. Не лука. Горока пустая, или? На мою спину, вот где между спинкой, блядь, и моей спиной, она там ложится и там спит. А не, горока лут, она дверь закрыта. Поехали. Так, я МБ-4 взял. БМРки есть у нас? Нету. Это снайпер как? Что у картошки, что у панфил у тебя? М24 у нас. Типов вижу, вон там, еще стреляются. М24, окей, возвращаюсь на СКС. Рядом стрельба жестко. Видишь, бустик могу накинуть, у меня 3. Друзья, ну тут типы стреляются в соседних кемпах, и у нас еще есть. Близко. Я первый броник. Что это такое? Под нами кто-то бегает. Это мы бегаем, наверное. Жопа на М-ку есть. Ребята, у нас тут люди есть. Имейте в виду. Я все услышал. Нарвусь. Есть так. Как обычно. Слышь, вот тут открыто. По просадке жжет. Здесь либо одна мышь, либо две мыши. Неплохая диалогика. Спасибо. Мыши. Либо три мыши, либо четыре мыши. Не, либо одна, либо две, потому что лут аккуратно, знаешь так, аптеками жди, держи на. Давай. Еще аптеками. Картош, у тебя ножки такие красивые. Большой. Большая аптека. И тут такой хриплый голос от картохи. Спасибо. А не, я с ней говорил уже. Девочка. Да я шучу. Что ты так шутки не понимаешь? О, труп. Они походу, короче, полутались и пошли драться. Валяться, драться. Ну да, валяться, драться. Все, что мы любим. Все, что мы любим, кекс.
А ну, попробую. О! Стрик. Лохи свалили. А я только чекнул этот, блин. Самоход этот, блин, странный. Аптеку остановились. Не, поехали. Где вы, о чем? Вы о ком? Там типа. Оу, файт! По тебе? Да. Где файт? Можно мне? На 310. Понял. Ужу в левой. Кимпа, да, вот с этого? Я метку примерную дал. Не знаю, кто. Метку примерную. Там тип ползает, нокнутый. У меня тут тачка едет. Пацаны, подойдите за камешком. Я попал. Ой, тут дроп, парни, у нас недалеко. Тут туда че? Собака. Едут. На меня едут. Картошка вместе сейчас закроем. Идем, закроем их, поможем им потом. Идем, дроп, чекнем. Там чел его лутает. Только подъехал он, картошка. Ко мне приехали. Тачку ему руин сразу. Ко мне приехали. О, он по льду еще не уедет. Тоха, я кину. Картош, шмаля в него. Сейчас он очень красный. Да, сейчас дожмем его. Второй этаж. Аккуратно, слышь. Ой, он какой дурак, а? МК оставил. Не, ничего не оставил. У него там это было. Второй этаж, Миш. Стой, Миш, подожди, сейчас я его хаешками закидаю и зайдем. Где хаешки есть? Поджигаю. Меня поджег мой собственный огонь, блин. Ты, конечно, мастер. Да он конченый, блин. Все, сейчас пойдем. Можно аук? Что тут? Тоже не претендует. Я заберу. Хотя не. И забирайте. Кто не хочет аук? Ну, а? Я бы взял. Все, на. Можно? На. Давай. От души. Раздели, пацана. Погнали. Видишь, а потом не говори, что я жадный. Погнали тех типов. Все, я не говорю. Жать. А есть этот углумаг? Пятерок могу дать. Надо? Давай. На, иди сюда. Где ты есть? Ага. Сколько тебе? Хватит? У меня... Давай еще. На, еще. На 70. Ага, спасибо. А, вот еще тут были, оказывается. На желтой и на зеленой метке люди. Желтый и на. Так, давай я свою уберу. По бустам плохо. 1-2. 3-4. Поделюсь. Ну и все, пока нормально. Я думаю, может, мажоры есть у нас. Он под шумок решил дропчик так лутануть, да? Да, или он это? Такой меня проезжает, я на него смотрю, он даже меня ничего не обращает внимания. Хорошо, что я увидел. Собака такая. Тачка стоит на 10. Danger ahead. Вижу типа. Тихо, стой, тихо. Метку можно собрать? А стреляешь, потом даешь. Класс. Нокнул. Тачка завелась слева. Убил его. Нормально посадил по нему. А где убил? На зеленой? Да, где? За машиной там. На зеленой метке. Справа ездит. Да, вижу, на горе 65. Так, за домик надо. Голову да
Саня, ну как не попал? Вход за АФК. Еще кто-то стреляет. Откуда? С кемпа. Машину высадили, да? Да-да-да. По-моему, тут. Точно. Хорош. Молодец, картоха. Тачка едет. Ох, у нее тут все здесь, ох, у нее тут все. Вообще. Тачка едет по дороге. Тачка вижу, где, вон там. Нет. Вижу тачку, стреляю, человек простой. Половину бустов скинул, брат. Там бусты есть на трупе, возьмите, короче, всякие приколюхи там. Я не надо, мне хаешь. У Вилмага там жалко нет и компенсы. Здесь вот труп. Компенс я взял тебе. Здесь еще труп. Ты бежишь. О, спасибо. Ты бежишь, я тогда скидываю, окей? Окей, скидывай. Все, скинул тебе. Пятерок еще скинул, все, бабкет возьму. Ого. О, и у Вилмага, отлично. Я не брал ничего. Что, потёхали в зону? О, парни, давай гороку, гору займем. Вот это на 130, где картошка, давайте занимать туда. По картошке шмаляют. Что, парни, не садитесь? Сейчас. Забирает, стреляет откуда, не пойму понять. Сейчас заберу тебя, Паша. Брат, садись резко. Стреляют, походу, 190. Сейчас бустанусь, подожди. Это не давай точно. Я кручу. Да, 190 стреляют. Все, пошел сзади. Ебать, жестко попадают постоянно. А он справа тут. По голове попали. Да ты чё обгоняешь? Давай дальше, вот давай горка, дальше. Горка, давай сюда. Давай. Вот давай. Здесь тормози. На, тихо. Это ты. Это наш, что ли? Чё, помнишь? Да, мой. Это наш, прикол. Я же вставлял. А ты чё, как ты чё? Как это? Брат, дай руку. Ой. Ничего, бля, за суки, как ты? Херово, что тут мы все. Давайте распределять. Да, я влево пошел, картошка со мной. Я с Панфилом пойду. Оставайтесь на моей горочке. Картоха. Тихо. Со мной. Куда залезется, интересно? Да, должен. Здесь везде залезется. Эти типы сейчас сюда побегут. Картоха, иди сюда, идем сюда. Откуда они пойдут? 250W примерно. Рядом. Картоха, садись рядом. С ангаров у тех, ты хочешь сказать, да? Ну... Картох, покрасим 24, пожалуйста. Либо через них. Либо через 275. Ну, где-то оттуда стрельба была. Спасибо. Семерки твои. Ребят, мы нам спинку чекаем. Мы что делаем? Ну, мы что, да, а, нормально. То есть никто центр все... не чекает, блядь. Понял. Нужно как раз зону закрывать, зачем центр чекать, алё? Ну да, картош, останься там, я центр чекаю. Тем более, что отсюда по нам выстрелы шли. Логичнее тут здесь закрыть. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Он по картошке. Попадание, да? О, да, иду в картошку. Тебе, моя любовь. Чтобы тебе стрелять, я ему, сука, сейчас ноги все повыдираю. Походу в туловище с коряка или М24 попали. Оттуда откуда-то. А, он по мне ссадит. Никого не видно. Это, по-моему, звездун, ребят. Поехали, ребят. Поехали-ка, да. Сразу кемп займем.
Все правильно. Ну, Панфил, вот я тебя учил играть, да? Идем пешком, нафига ехать? Не-не-не-не-не, мы в опене, будем, ты че, дядь? Ну, конечно. Дядь, поэтому я всегда беру. Знаешь, если зоны не будут, то можно ее как укрытие поставить и за ней прятаться. Ты думаешь, что я дурак? Я дурак, ну умный. Ой, с горы. Ебать тут народу. У дропа еще. У дропа люди. Все, мне хана. Тут чел у меня передо мной. Передо мной чел сидит. Нас сейчас зовут. Блять, ебаный слушамин, блин. Вот просто, блять, сука, нахрена было на нас врезаться, блять. Да я не специально не ори, ты чё, дурак? Понимаю, что ты не специально. Ну. А зачем орать-то? Ну что ты все испортил нам концовку, блин? А давай сделаем так, вы, блядь, у меня врезались. Я ехал все спокойно, вы меня слева обогнали, слева обгонять нельзя, нахуй. Тихо. Тебя маневреннее, херня это. Ответственный ты. Машина более неуправляемая. У меня FPS 22, блядь. Да тихо, ну все, ребят. Попробуй залезть крышу справа, Томик. За спиной. Томик маленький, вот этот, да, на крышу попробуй залезть. С правой стороны получится. Фил, крути влево быстро, пока есть шанс. Не так открыто, надо было прям по краешку. Авик. Тебе инфы нет, Панфил. Живи. Понятно. Прям на авика идешь, брат. Перед тобой выходит. Сука, да это читак ебаный. Он четко по тебе шмалял. Да. Ты можешь на секундочку ушки закрыть? Я нашему другу хочу кое-что сказать.
My love is your heart and she belongs со мной летай. Вся любовь с ее. Да, здесь. Зрыз. Чего ты? This is the cat. All right. London is capital of Great Britain. Oh yeah. Okay. Hello brother, yes, what are you doing? Yes, my lord. I am on a small building, okay? Я не могу вспомнить, завод был на английском. Помните? Plant, да? Нет? Okay. Маленький завод падает. Factory. Small factory. I'm flying to a small plant. Or factory. Миша, ты очень... Ой, это слух было? Нафига ты на крышу упал, там куда я... Ой, господи, какие все тупые, блин! Бесишь. You shall be watching two boys rolls, man. Есть 4x. Берил. 4x бери. Берил. Слышь, я следующую катку делаю чисто на этом, на Томпсоне. Отвечаю. Снопа тоже будет, но Томпсон чисто. Я так тупо один взял. Я вообще хотел на SKS поиграть. Only SKS, типа? Не только. Например, SKS... Просто, типа, с... SKS и CAR. Не, типа, у нас у всех, типа, только SKS. Не, типа, я только с SKS. А чё, ты один, что ли, играешь? А вы как хотите. А мы хотим толпой. Ладно, с калашом наигрался уже, хватит. Где четверка, владеть? А, вижу. Что-то тут, короче, лут какой-то дырявый. Как-то бывшая. А чё с ней не так? Эту шутку, когда типа Пака расстается с девушками, они не могут ходить. А. Как и до встречи с Пака. Кому не четвертый, да? Да, это нормально. Как называется?
когда пака с четырьмя девушками одновременно. Тетрапака, мать твою. Тетрапака. Тетрапака. По чучкам нужна, Миш? Блин, реально, не, не есть, спасибо. Я весь на пятерках. Пока ношу просто так с собой. 3х, 2х. Последний раз, сука, спрашиваю, 4х. Тихо, слушай. Нет, нет, не надо. Нет, нет, нет. А шестерочка? Да. Шестерочка, да. А вот не дам, надо было четверку. Осуждаю. Осуждаю. Так, куда бы спрыгнуть? Осуждаю. Х6 тут. О, вот, вот мой друг. О, ты пропустил третий шлем, серьезно? О, у тебя какой был? Картошку тебе надо? Ой, как вы много разговариваете, а? Картошки жопа. Тебе надо 6х? Жопа на МКУ нужна. Жопу тоже помой, там, а я. Почему молчи, я не отошел после того раза, когда врезались мы. Мне хватило выдержки и мужества умереть, как мужчина, взорвавшись в машине. Вот жопа на М-ку. О, супер. Овелмак нужен? Да, да, на минику нужен. Коряком подстрелять уже. Вон, вон, скинул, скинул. Кинул коряк, как тебе? Какой коряк, блядь? А, понял. Понял, понял. Тут вот внизу, внизу скинул. Вон там внизу, вот, 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 прям на 170. Понял. Второй шлем где? Картошка, тебе нужен 6х? Если да, стрельни наверх, вверх. Или просто стрельни, я не знаю, куда-нибудь хочешь вниз. Второй шлем где, Миша? Ребят, последний этот, последнее предложение, на потом я отдам. 6х надо? Нет, есть уже у всех. А по чёчку? Тоже есть уже у всех, даже лишнее есть. Да идите вы! Внизу второй шлем, вот. А коллиматор есть? Точек тоже хреново, гора. А вот мне надо, вот дайте мне эти. Здорово. Аптечек надо, вот что надо. Ой, да, да, на, чё ты, там большая была, на. Херра, у тебя аптек, блядь. Да. О, тут эмка топовая. Нет, можно аптек тоже, а? Аптек подели. Давай вот эти домики. Да. На 180. Давай, да, ребят, 180 домики. 180. Уже 145. Я, конечно, все понимаю, вы там полутаться, блять, хотите, а ничего, что я пешком. Делай вид, что не слышу. Давайте. Ну, пидеры. Да, М24 картошка. А, да чё, я же не возьму. А то ж поехали в тачку, поищем. Возьму, а то осуждаю. А тут жопная ямок. О, возьмите, пожалуйста. Можно? Так тебя сейчас сюда привезут. Где она, на первом этаже лежала? Я не вижу. Первом. Картошка за дропом поехала, я за вами. Давай, давай, быстренько жопу захватите мне и выходите. Быстрее, быстрее, ребята, ребята, вот, жопу взяли. Вот, жопу вот, комната, вот комната. На что, на что? На М-ку. Возьми, пожалуйста, Миш. Жопу на что, блин? На М-ку, на что еще может быть? Что забрал? Ёб твою мать. Тебя пятерки. Ладно. Могу семерок дать. Семерок. Я тебя цеплю пятерок, у меня 250. О, вот это моя тебе. О, лагает. Там по картошке идет. Пиф-паф на нах, это что-то какое-то.
Читак какой-то, что ли, пиф-паф на нах. Я тут тормознулся, давай прочекаем. Давай, давай. Чё, пташка? Поплываем. Не красный был домик, нет? Вот этот дальний. Я пошел на зеленый, наш, слышишь, что я наверх? Аккуратно. Вижу, вижу, в упоре у нас чел. Где он? Дал голову. Где он? Где у него упор? Не голову дал, не голову. Тело. Ага, вижу, вижу, вижу. Он возле магазина. Добил возле магазина. Картош, я подхожу близко. Давай. А что там? Перелазь через забор. Бля, уходит. Ну не добивай. За забором, за забором. Спасибо, Картош. За забором там, где зеленый домик. Ага, вот он. В домике? Ух ты, блядь. Нихера себе. Мне его не видно. Подтягиваю с этой стороны. О, бахту этот, слышишь? Да, да, тупорылый этот олень. Сука, блин, как олень играет. Четверки в голову прям зажал. Жопа на М-ку. А, все уже. Не надо. Шестерка нужна кому-нибудь? А вон Шамиля полутай, у него там есть что-нибудь. О, точно, точно, знаю. Сейчас он будет сейчас вопить. А где его прям? А где-то возле картошки. Сзади. Больно, больно. Это не ты? Дай-ка бустов. Хаешка возьми, возьмете хаешек? Хаешки 3. Вот скинул еще. Могу еще скинуть. У меня их 5 еще. А нет вертикалок? Где тут? СЛР. СЛР, СЛР, СЛР. А давай попробую с СЛР. Тогда я шестерку заберу. А где вы? В домике в СЛР, да? А вы с чем катаете? Нет, СЛР в трупе, я с коряком катаю. Ага, все отлично. Я возьму СЛР и заберу тогда этот. Где мотак твой, Шамиль? Вот он. А где шестерку скидывал? О, поехали-ка в зону. Миша, УАЗик знаешь где, да? Да, знаю. Нет. А? Да? Что?
О, чуваки на мосту поехали. На мост поехали. Завернули, завернули здесь. Челы стоят. Челы стоят. Метку дал на челиков. Двое на мотоке. Перед ладьей, за этим. Тошка, аккуратно. Надо бы как бы это. Каску тебе найти. Он проходит, Миша, двое проходят к тебе. Аккуратно, блядь. Ёб твою мать. Блядь, он подпрыгивает, сука, и там такой, блядь, идут вообще, блин. Один подпрыгивает, другой, блядь, чё, блядь? Это пиздуй. Да. Это пиздуй. Да, понятно. Репорт. Ребята, читеры этовались, активизировались, так сказать. Пожалел, что взял калаш медленный, пипец. Лучше играть, короче, с тем, что с чем умеешь. Лучше слушать, когда говорят. Так я нормально на них шел. Я просто не думал, что они так в разнобой. Ты бы видел просто, как они пошли. Один потом видел. Прям идет. Я видел, как они шли. Я видел, как они шли. Я поэтому тебе и сказал. Слышишь, что, Панфил? Угу. Из совместной походки не хватало музыки. Гангам стайл. Оп-оп, Гангам стайл. Оп-оп. А, скорее всего, интернет хороший у типов. Да, то, что без скинов он играет, это та фигня вообще. Прям все новички заходят и сразу играют как профики, блин. Я не исключаю тот факт. То, что есть такие, которые с обычного папки сюда пришли, понагибают. А, нет, с обычного папка понагибать не получится, потому что он другой. Тут и по-другому немножко механика. Слышь, я когда с обычного папка пришел сюда, первый раз игру скачал, я сделал 20 киллов или 17. Ну, ботов наубивал. А потом... потом просто... Не, это не бот. Блин. Да как я это не помню, боты, я блин? Помню, я помню, когда я пришел с обычного пабга в этот лайф. Слышь, смотри, вот после этой катки создаем... Спасибо, что ты меня слушаешь. Ага, говори. Короче, я просто ездил по всем дропам, собирал все, короче, и всех... И у меня просто было там, не знаю, подряд там по 5 этих... по 5 топов один, прикинь? Потому что было мало людей, было много ботов. Сейчас смотри, после этой катки идем аркаду 2 на 2. Нахрена мне аркада 2 на 2? А там есть 2 на 2 аркада? Ну один сделаем файт. Угу.
Не-не-не, ну типа знаешь, это, там такие маленькие есть, как они называются? Не перевирка, а вот другая. Зарубимся 2 на 2. Я понял. И как мы 2 на 2 зарубимся? Ну вот так, там же можно так, разве нет? Нет, там только 4 на 4. Ладно, так и называется, так 4 на 4. 4 на 4, этот, как его? Боди. 4 на 4. Боди, да-да. Они... О, тут читак, парни. Я видно. Могли бы они просто вот высоко прыгать там, быстро бегать, а им бы не было? Спи-спи-спи. Вначале где-то прыгнем, чтобы сдохнуть. Ой, пидорас с читами опять в катке, сука, заебали. А? Вначале где-нибудь прыгнем? Что, по-быстренькому, или чё? Нет. Давай вот сюда прям, Вэлли, Делмар. Давай-давай. На церковь. Давай вот сюда. Прям под нами? Которая? Синие метки, которые. А что ж вы делаете, ироды этого каянные? Мы играем в Кубк Лайт. Если ты не заметил. До сих пор. Мы тут вообще-то обсуждали с самого начала, куда мы прыгнем. С нами двое, вижу. Всего два, я думал, сюда без вся карта упадет. Ну, ты рассчитываешь, что тут четверо, если что, так, по сути. Все. А куда они падают? Можно? Нет. Не вся тема. Я недостоин. Да. Понял, спасибо. Спасибо, понял. Не за что, мы тоже тебя любим. На метках. На созвонщике, окей. На метках. Наберёшь, когда позвонишь, я стряк. О, ко мне кто-то зашел. А, это картошка. Смотри, есть там. Остряк. Кому, где, чё? Даш. Чувствую любовь волшебного взгляда. На зимке шотик красивый получился с этого Винчестера. Вот знаешь, этот сделает какой-нибудь один килл за всю жизнь. Да, да. И да. До завтра будет. Ой, какой это. Да. Мне этого достаточно. О, рядом чел шлёпает. С высоты, кирпичка, высокоэтажная. Всё, иду пушить, сразу иду пушить. А он на крыше был. А меметку можно? О, молодец. Добили? Да ты же его убил. Я? Но кто с Томика сейчас зажал по типу? Ты? Нет. А, это картошка. Пятеркой могу поделиться, 200 штук есть. Каской поделись мне. Оружие. Каской. Кого что болит? Смотри, что нашел. Не впечатляет. Пил, расскажи, как мы типов, которые, блядь, вошли в топ-3 ползком с этими, с дробовиками. А, ну. Это в вашем стиле, пацаны. Да, конечно, в нашем. Конечно, мы же эти, блядь, как его, дикие, блядь. Сихуны. Дикие, блядь. Не, ну они, у них, скорее всего, стопудово челлендж какой-то был по этой теме. Поэтому они мутились. Ты думаешь, брат, да? Думаешь, да? То у вас челлендж будет? Ну, у нас. Эй, иди давай отсюда. Какой дядя, челлендж? Бля. Помидоры давай, продавай, иди. Вот, есть вот люди, которые пародируют. Вот ты самый худший, я тебе отвечаю. Уйбуй. Я не скрываю. Не, смотри, сейчас настрой. Эй, уйбуй. Долбоёб, эй. Последний выпуск смотрели, Чебода? Естественно. А какой последний?
это вообще? Последний новый вышел, ты чё, дурак? Ну а какой? Это с кем, ёптать? Я чё, блядь? СЛР. Пятёрок. Топовая М-К-О, да? Скорелька. Коряк, ответьте мне. Я тебе писюн могу свой ответить. Осуждаю. Понимаю. Осуждаю. Понимаю. А прицелы-то будут вообще? Х2 нужен. И могу дать Х2. Х2 у меня пожатый. А ты мне что дашь? Ты дашь мне Х3? У самого Х3. Х8 меняю на Х6. Х8 на Х6 меняю как. Давай, ща найду, слышь. Ух. А на 2-3 поменяешь? А, не, наоборот я хочу, наоборот. Или на 4-2 поменяешь? 5 кому-то надо, я сейчас скину тут. 2 взял тебе, ты. Точку скину. Точку можешь захватить, пожалуйста? Взял, угу. Спасибо. Что там, картош? Спасибо. Точку это голограф или кто? Что никому топовая не нужна, что ли, ребят? Ну что ж, совсем топовая. Ой, пацаны, как же больно, а? Это где, откуда? Да, а вижу. Соседний топ. Ага, хорош. А, ничего, он жмет. Он один там, парни. Че один? Бомж какой-то. Он один там. А где именно? Второй этаж, центральное. Центральное окно. Второй этаж, центральное. Не один. Хорош. Я подниму, я зашумилю. Ползу к тебе. Не надо. Да он один там. Мотак едет. Сейчас подъедет мотоцикл как к нам. Как ты его слышишь? 355 мотак, 355 мотак. С правой стороны. Под нами. Над нами. А, вот он. Вот за этой херней. А, над нами, нихера. Под нами. Вот в этом доме. Да, вот в этом. Уехал. Просадил по нему вообще жестко. В трупах есть что-то вкусненькое? Да, есть там Х6, что-нибудь. Ты уехал? Да, все, он уехал. Где Х6? Точку надо тебе? 4 тут, да. Давай да, четверку да, возьму. 4, а ты мне Х6 дашь? Нет, я 4 заберу. О, М24 тут. Без Патрика. Отметь, пожалуйста. У меня. Точку скинул. Ой, спасибо. У меня брони нет, прикинь, у меня ничего не... А, вот же броня. Где он, Миш? У меня. Где у тебя? Миш? Да перед ним. А, вон, вижу. Опять. Шамиль, добривай его! Сука, заебал. Это было так криво сделал. Вообще. Дай-ка мне X. Забирай. 24 на трупах, да? Вилмак скинул. А чё у меня ничего не берет? Я сумка пустая. Ой, полная. Да ну. Ой. А так можно оставить? Забирай. Разрешаю. А где здесь трупы были, алло? Не знаю. На втором этаже. А, я перепутал общаги. Ты общаги перепутал? Да. Иди ко мне, братишка. А, стой, Панфил, слышишь, Панфил, у тебя... Че? Смотри, вот тебе там атак. Опа, зибочки. А у тебя что? Сидите ко мне, поехали транспорт. Да не. Транспорт поищем, ну. Да у нас транспорт тут сверху должен быть. Картошку забери. Давай, мой, садись. Еще у них где-то есть тело. М24 будет, Эд? В сторону, этот, за зону поедем, чтобы там поискать, если что. Все, от души.
понял, тут дорога закончилась. Лутарь божественный. Слышь, Панфил, вот тебе предлагают, вот тебе предлагают миллион за твою любимую кошку. Поменялся бы? Ну, бля, за. Я бы ни за какие деньги. Да продал бы, ёпта, чё ты нахуй? Никогда в жизни. Он бы, бля, взял нахуй её, выкупил. Да не надо. Подгоняю, братишка. Пользуйся. Вижу баги, но далеко. Мы все на тачках, дядь, ты чё? Прикольно вам чё. А тебе ж забрать надо. Ну ты, конечно, муруш. Куда вы едете? Мы в зону как бы ехали. Я думал, что в зону мы поедем вот по этой дороге, а не по той, по длинной. А в зону как бы можно и не по дороге поехать, ты что, не знал? Ну так не каждый же может на мотоке так ехать. Ну я ж могу. Я уже баги сейчас возьму, Шимель. Ой, бля. Вот я доехал, и потом только сказал. И куда едем-то вообще? Нет, ой, еще. Ой, как мне портануло, я бы сейчас сдох. Поехали на метку. Что, можно покоординировать, что ли? Или что? Я уже поставил метку. Я там еще музыка играет. Писюна. У меня музыка? Ну. Рофт, что ли? Ну я не знаю, что ты тогда? Ну оглох. Нет. Писюн на твою метку. Парни, у меня очень все плохо. Я без бустов вообще. Повезло тебе здесь. А, у меня передняя сторона на мотоке. Разбили вы ее, поэтому еле ехали. В смысле переднюю сторону на мотоке? Ну она чуть-чуть покоцала. О, дроп летит. Он скинул. Кинул, скинул. На 20. Я перевернулся. Да, вижу. Нормально. Кто не падал, тот вставал. А чё не едешь за дроп? Я еду. Бомж перевернутый какой-то лежит. Да. О, а вы тоже на мотоке, за подписку. Вы же не лохи, как ты вот это вот. Смотри, меня трешка обгоняет. Прям четко такая. Только я не понял, где дроп. А мы его уже профукали. А вот он, ёптать, вот он у меня. Тут тип сидит. Нихера себе. Тут читак, что ли, на дропе? Нихера не понял. Сразу голову мне прошил. Дай эту метку. На дропе, блядь. Успеешь поднять? А я сбил его, я сбил подними, его! Подними, быстрее. Это читак. О, красава. Он бежит сюда. Он пытается убежать. Он убегает в эту сторону очень быстро. Он в ту сторону вот убегает. За горой. Жижи, блядь. Он улетел. Все, он умер. Я лучший. Красава я просто. Лучший. Блядь, надо башку я его теперь. Сбил, да, вообще. У него АВМ. Иди забирай. Я заберу, все заберу, ребят. X6 есть. Надо X6, Миша. Давайте я восьмерку смешу. Да, у меня есть. А, вот шестерку скинул. А только теперь куда он упал, фиг знает. Блин. Ебать. Вижу. Просто лучший шамп.
Просто капец, все. Красава вообще от души. Надо, это будет в нарезочку. О, ребят, тут лутинга. Ой-ой-ой-ой-ой, мама, не горюй. Стопудово он жирный какой-нибудь такой. Кто хочет пулемет? Кто хочет пулемет? Я хочу пулемет. Дай Панфил, он сидит. Не-не-не-не-не, я не хочу. Я с калашом сейчас что-то играю. Компенс снова. Забирай, дядь. Компенс на автомат я сейчас тебе дам тогда. Давай. Капец на автомат. Пулемет же возьму. Капец на автомат. Компенс там? Капец на автомат. Уй-буй. Не уй-буй. Чё, друг, блядь? Дайте одну аптеку, у меня одна аптека. Одну дайте. На. Нет, одну дайте. Чё, мама, Зёнечка, ты куда пошла, зяка моя, а, маманя? Это мне бы это... Это мой мотак там упал, я не... он не сдулся там случайно? Да, вверху. Не, а, он внизу. Вниз выебался. Дядь, можно твой мотак возьму? А чё твой? Он уйбой. Уйбой. Так, хочешь, я еще не унижал никто, да, Шабин? Да садись. Садись. Блять, а твой мотак чё? Он у него передняя сторона разбита. А, ты типа на одном колесе? Да. Опа. Это чё такое было? Да кто-то стрелял, слышь, по нам. Я в курсе. И откуда это сдалека? Дал чуть по читеру. А где я в нее? Он тут вот за горой. За горой, да? Ту часть горы, смотрите. Я к тебе, Панфиш. Вижу. Да, блядь. А, это его. Это его тиммейт. Да. Сидит, легается под горой. Он наверху или? Внизу под горой прям у нас, в упоре. Ну, картошку заберу случайно. Ой-ой-ой, прости. Тебе видно, меня. А он слева. Вот его исключили, слева. Его исключили. Все, он забанили. Класс. Картошка течет. Да, сейчас подниму. Я второй раз нокнулся. Нормально. Всю каску залил. Фартит, да? Фартит. Вообще. Или кулаками, давай кулаками. Давай сковородкой, может. Все, не кулаками. Давай подожжем, есть коктейль? Да, есть, давай подожгем. Да подожди, сейчас я ему сковородкой хп отнесу. Ой, не надо в голову не стрелять. Ну, зачем ты как... Натуре, Миша? Блядь, такой я, таких, блядь, жадных никак в жизни не видел, нахуй. А есть там бронька у кого? Да пошел, нахуй. Каску поди, сбил ему, блядь, третью. За половину. Я делаю? Да. Блин, блядь. Трофейная, ебать. А есть бусты, ребят? Дайте бустов кто-нибудь. И аптеку. У меня есть, я тебе принципиально не дам. Пошел в жопу. Сиди со своей третьей каской и со своим одним фрагом. Прикинь, просто как фартит, блядь. Шамиль, тебе везет на мотоцикле. Садись. Брони нету. Шам. Слышь, чё? А не, я эту машину возьму, спасибо. Садись. Тебе что-то фартит на мотоке. Поехали. В бомжатку поехали. Поставил. Да, ну читаки, конечно, вообще, блядь. Молодцы вообще, ребята. Одного, они, блядь. Сегодня сделали одного... сосо по Виашвили. Да. Одного задавили, другого, блядь, забанили. Это вообще четко. Да. Парни, ну эту катку надо брать топ однозначно. Дроп уже скинули, так что.
О, поедем, давай поедем. Да чё ты как? Забыл, за рулем. Чё ты как-то на дроп как-то это как-то? Очень далеко. Да не очень. Да какой далеко? Он передо мной. Метров 250. Нет, даже 300. На дорогу упадет рядом. Я каску беру. Да-да-да, бери. Понял, отлично. Поехали. Оставил метку и давай вот тут встанем. А чё оно там было? Гроза. Блять, я бы взял, но у меня глушителя нет. Я найду тебе глушитель. Захилься. А он бежит. Матак видит. А, это матак, ёпт. Ага. Слушай, откуда он стреляет, не вижу. Да не знаю, даже, по-моему, вот с этой какой-то. Я вот сейчас попробую через кусты пересмотреть. Он с глушителя, что ли? Непонятно вообще. Сзади пулик. О. За толчком. Пулик вижу, стой, поезжай, остановись. Раз, два, три. Ты тоже не попал? Не, он в толчке сидит. Толчка нас чекает, Шмиль. Давай я лево скажу. Поехали, мы дверь подопрем. Не надо, зачем? Еще один пулик, я возьму. Зачем право крутануть? Дал ему голову, дал хэт. Он третий шлем. Второй хэт, он не выживет. Они едут, что ли, до сих пор? Да, прикинь. Картошка, это Миша только приехал. Чекаете его? ХМ, мы можем, в принципе, закидать. Ее вообще нет. Забирай. Блять, пустов дайте. Броник есть чуть-чуть. На, я дам, братан. Да, спасибо. Поехали обратно. Поехали вот так заберем. Вот сюда поехали. Еще... О, еще трупак. О, все забрал. Дядя, конечно. Еще дроп. Да нахер он нужен? Поехали в зону заедем. Сейчас, мотак заберу. А, ты мотак хочешь забрать? Угу. А здесь по нам стреляли, блядь. Я быстро. Вижу, сейчас задавлю. Не задави. Я тоже. Шамиль, уезжаем. Блядь. Что за бомжи? Он в доме сидит. Пиздец. Такие они просто в доме сидят. А вы даже не файтитесь. Этого типа надо забрать. Еще в каком доме? В апельсинке, да? В этой. В этом. Пятиэтажки. В этой. В казино тоже есть. Проходит в заправку, да. Прошу.
последняя хуйня возле заправки, опять дым. Кстати, багеет. Да чё такое? Капец какой-то, нахуй, олень. За заправкой, блядь. Он бежит от этого. От казино. Блядь. Я вижу, вижу. Попал, желтый. По нам еще, по нам стреляют 200, 200, все, уходим. Надо их сейчас будет встретить, зоны. Ага, вижу типа. Где? Метку дал 175 за пригорочком. Смотри его этих, смотри. Надо валить. Есть мотак у вас? Подойдем пешком тут немножко. Кто с М24 стрелял сейчас только что? Пидорас. У нас типы где-то вот тут на 260. Понял, понял. Не собирается вообще бежать с своего пикада, блин, нет? Посмотрим, выйдут вот сюда, наверное. В зоне этот тип. Все, сейчас подохнет. Да, да, да. Феррари, Феррари Фокс там, нихера, он долбит. Он бежит, бежит. Где бежит? Кто бежит? Там был только что. Так, нам туда, к этому типу надо пробираться. Я за картошкой, она хорошо пошла. Сейчас от зон... А! Вот этот один тип и остался, слышь? Угу. И от зоны сдохли. Какой сука? Видите его с той стороны? Миш, чекаешь его? Да, смотрю вот сюда. Вижу. Он без каски к тебе побежал к тебе. Да, да, сейчас заберем. Вот сюда. Дал шот в нем. Сейчас сожгу. Я справа захожу, давай. Ты сейчас сгорит, сука, урод. Сзади захожу. Джи-джи. Да, ну этот топчик. Два читера, блин.
Как топчик. Хороший, хороший. Нормально, да, ребятушки. Я там по дипам попадал. Пошел. Че, картошка, все? Давай. Спокойной ночки. Давай, давай, давай. А ты че, дядя, еще играешь? Вы че, расходитесь? Я бы еще сыграл. Ой, катанем. Ой, этот не ушел даже. Ой, блин. А, ты же этот, кто создал, ты? А я создавал счет. Так что, пойдем или нет? Пойдем. Отряды? Да, в отряды дуо, видишь, вообще что-то печально. Воды. Вот конченые в починках там сидели, ой, в починках Пикада сидели до Талова там. Нет, чтобы, блин, бежать, просто сидели, чтобы умереть от зоны. Пипец. Так он еще и пытался там попасть, блин, хедшоты там. Попал мне такие чуваки. Зайди. Слышишь? Скор зайди. Ну чё? Прыгай, прыгай. Починки. В Дискорд зайди. Никого нет? Прикольно. Не вижу. Никого не вижу вообще. Ну и чё? Чё? Здорово, здорово. Ну, здорово, здорово. Коль не шутишь. Как сало килограмм? Как сало килограмм? Нормально, нормально. Так,
Наверное, на семерках. Наверное, на семерках поиграем. Играй на семерках тогда, чё? Чё-то вообще просадки жесткие с дискордом. Да, у меня вообще нифига, вообще нет разницы. Аппаратное ускорение там отключи, я тебе вот что хотел сказать. Сейчас вот зайди в угол куда-нибудь, я тебе скажу, как это сделать. Так, короче, смотри. В настройках ты заходишь в звук. В голос и видео, и там у тебя будет аппаратное ускорение H264. При возможности используют ваш ГПУ для эффективного кодирования видео. То есть он будет у тебя жрать этот сам FPS. Голос и видео. Да, под видеокодеком там будет аппаратное ускорение H264. Discord использует обратный органически выращенный на домашней грядке голосовой кодек Opus. Нет, нет. Ниже чуть-чуть. Видеоустройство. Нет видеоустройства. Ну вот у тебя под аудиокодек Opus, дальше идет видеокодек, а потом аппаратное ускорение. Нет у меня видеокодека. Прикольно. А у меня видеокодек. Эхоподавление, шумоподавление, автоматическая регулировка, усиление. Понял, понял. Понятно. Странно, у меня есть. Странно. Эх, вообще какая-то фигня, блин, да? Херня какая-то. Че, давай через такой лучший чат, я потом что-нибудь сделаю. Окей, окей, давай. С читаками и с миником не погоняешь. Никак ему вообще не везло в той катке, это просто капец. Вообще жестко. Просто один за другим, просто фейл на фейл. Вот только у нас положил его хоба и исключили. Большинство Шамиля, но свои катки. Да. Это было вообще шикарно. Там читер, наверное, вообще пукан горел. Четверка нужна? Да, да. Ну, все, в принципе, воевать можно. Чё ты не лезешь? Чем играешь? М24. Ой, случайно. Флэр, найдешь штелл, дай знать. Угу. Нужен? Нет, все есть. Блять, второй. Четверку-то тебе надо? Да, надо.
скинул в домике тут. Кушкой, которая. Окей. Вертикалка в толчке. Большая аптека. Да ёпта, ну чё за херня-то? Топовый вилмак нужен? Да возьму, конечно. Так, вот здесь вот сейчас отмечу. Чё, наверное, ребятки в починке будут приезжать? Будем надеяться. В следующем доме? Нет, в этом там где? На первом же. А, всё увидел. Там большую аптеку забери. Где? А, все увидел. Там в маленькой комнатке. Бля, она целую хаешку вешает. Чё-чё? Кристина, помогай, на тачке сбивают людей. Так что что-то тут не то. Не знаю, не видел. Даже не смотрел в эту сторону. С КС. Шприц забрал. У меня есть шприц. И был. Трется. Еще есть, да? Да бот. А. Капец, он выскочил ниоткуда, блин. Блять, я боту третью каску прокоцал. Это дядя. Вообще наглухо убил. Блин, мне... Я этот до четверки так и не дошел твоей. О, нашел его. Ехо-хо. Тачка едет. Куда? К нам. Приехали. И баги тоже едет. Пролетело мимо. Ай, сука. Забирайте его там. Килюсь. А где они? Он за туалетиком. Да ебаный в рот. Все, всех? Все. Бля, я так криво пострелял с М24, это просто пиздец. Ху-ху-ху. Что тут? Крушитель. Ну ладно, ладно. А шестерка там нет, шестерка? Есть, есть. Отлично, возьму. О, все. Все, мать. Сейчас крыша реально зарешала, они не ждали. Я двоих положил. Семерки нужен, дай. Я тоже чуть-чуть взял. Ботаники между собой воюют, что ли, блядь?
Баги. Куда ей? Уехала вот здесь, но не знаю куда. Ой. Все семерки убер. Да. О, куда ботаник уполз? Бот куда уполз? Ебать, бот куда-то уполз. У него маг топовый. У меня все есть топовая. Бот куда-то уполз, прикинь, вообще не пойму. А, вон он, ёпты. Прям в дырочку ему. Тут вот 8 семерки есть. Вижу типов. Ох, попал по нему, прикинь. Хорошо. Жаль, что не в башку. Попал тоже. Тачку ломаю. А, все, понял, где. Дом справа, двое. Что за зажим такой, ептать? Как сейчас как лох зажал. Тачку заруинили? Дом с этим СН-24 стреляет. Да, заруинил. Чело было в сцене. Спускается с горок, к ним спускается сзади. Что это? Это сзади кто-то? Не понял. По кому? Это дом, скорее всего, одиночный. Там типы остались еще, слышите? Ага, бери. Типов надо этих, на том доме. Камни бежит тело, а вот он. Я сдал метку. Попал по мне, пидорас. Я хибис. Ага. Сука. В домике сидят. И в соседнем от нас доме. В этом дом нештурмуемый. Там два тела или три. Понял. Хочешь с ним пофайтиться, да? А это откуда? Ты заполз? У нас за КамАЗом один, а двое в доме. Не штурмуемом. Каким КамАЗом? А вот КамАЗ на 35 на 40. КамАЗ попробую выебать. КамАЗ выебать попробую сейчас. А он уже здесь, у нас. Вижу. Тачка ржа. Выебал.
давай, выйди. Что есть? А я на него дал. Не знаю, тот, что бежал сверху, я его... А, еще один есть, еще один бежит. Еще бежит там. Хорош. А, он у меня тут в упоре. Все, убил. У меня тут есть. У меня тут чел в третьем шлеме, блядь, прибежал. Где? А вон еще бежит. Там же за домом бежал. Сука. Ай, блядь. Попал. Сука, ему чуть-чуть осталось. О, красава. Я сало поменяю, возьму. Третий убитый шлем. Тут коряк. Нахер нужен. Компенс и берил тут, типа. У меня есть берил, есть компенс, все есть. Каску бы третью. Третья коцаная только, ваншотка. Ну, только один шот переживет. А вот тут. В синем доме. Даже полшота не переживет. Даже с калаша, наверное. Поехали на машинах. Машины заберем. А, мы в зоне? Ну, похуй, возьмем тачку на всякий случай. Да, надо взять, потому что там все в опене, короче. На церкви бы никого не было. Красный, что ты без кино? Можно смотреть тебе? Там, конечно, ботаники атаковали, я тебе скажу. Чел так долго на меня смотрел, перед тем, как умереть. Я ж охерел. О, бежит бот. Нет, куда он? За этим заборчиком, может, за машинкой этой. Все, он сдохнет. Мы еще в зоне. Это пенал. По кому? Ты в жопу их долблю то. Раньше не спаунится вообще. Просто по второму как прорядил. Ну все, 11 живых, файт будет жесткий. А, я так и не понял, у нас... А что у нас с четвертым вообще? А, Авик стреляет, если что. Есть, ну... Пов. А где четвертый? Ну, вроде как в Джорджиполе лутается. Только у меня. Только у меня фул хп у него показывает. На месяц ты.
дроп рядом летит, пролетит сейчас. КамАЗ. Да, дроп у нас сзади. Блять. Примерно он здесь будет. Чуть пониже. Danger ahead. Danger ahead. О, прям рядышком, вот 230. Да-да-да. Тем четверо нас, еще трое. Хват остался, скорее всего. Пойдем на дропух. А они в доме, мне кажется, вот в этом. Ну или в кемпе в том. Может на Сосновке? Ой, на этой, на Джорджиполе. А, у нас, ну у нас четверо. На Джорджиполе никого нету. Кроме нашего. Где дома могут быть по центру, вот там. На горке-то могут быть изи вообще. О, УАЗик едет. А, на тачке дроп лутать. Да, тот кемп не в зоне. Первый этап. Страшно. Авик. Все, сейчас будем мокаться, пипец тут. У нас позиция лучше, слушай. А, первый этаж точно? Ну это не Авик был первый этаж, я не знаю, где второй. А Авик вообще откуда? Из-за стога сена поди. Давай что смотри. А, вижу. Я вижу. Первый этаж, ближнее окно. Байчик. Вот эти три окошечка, которые. Не, не выглядывают даже. Почему 6 человек осталось? Их двое там, короче. Один Авик, один СЛР, да? Или чувак с СЛР с Авиком в первом шлеме? Ага, Авик вижу, он за... Мохнатки, мохнатки. А где именно мохнатки? Мохнатки за домом, его заперил бы. Ага. А что он там делает? Надо им тачку заруинить, блин. А его там не видно. Этот чел там же сидит. С ЛРом. Сука. Пидорас, он тачку сейвит свою, понял, блин? Гнида боссовая. Может, наверное, нет смысла хилиться, а все равно сейчас ногнем голову. Ну все, их двое там осталось, короче. В тачке сейчас поедет, а он от тачку, от... блять, зона у них. Есть 3D мод. За дерево вот за это бы спуститься, блять. Впереди, которая. Да, тут супер, слушай.
Почему это очень странно? Красный, как ты это в дым, в дым был, в дым был, в дым была очередь. Блять, ну чуваки, я хз. АВМ так АВМ. Писать. Ты подошел? Ага. Сильно не подходи, гранатами закидают, трой. За домом и в доме. А, ну хуя, ТВ хакер, понятно. Два в два. Сейчас будет мне прокидывать. Не перебегай только. Я хочу по дому поджаться. Первый этаж. Вырубил. Кухню вырубил. Миша, закидывай хаешки. Ты видишь, что он творит просто? Да, да, да. У него зажим просто весь. Трым. Это читер, блин, чувак. Бля, зря ты туда дым кинул. Надо было хае прокидывать, блядь. Куда? Кухню, в дом. Я же нокнул типа там. Я вообще успел секунду просто снять. Секунду. Чаек. Сейчас на тебя в опыт не выйдут. Поехали. Один поехал, второй остался. Один поехал, второй остался. В зоне будет. А, он за камнем. А как он меня про меня просадил? А, он вышел чуть-чуть. Бежит, бежит, гаек. Э, блядь, прям ко мне! Да, читер, ебаный. Она прям ко мне прилипла! Она прям ко мне прилипла! А как пожаловаться? Почему нет пожаловаться? Ну, я могу сообщить. А я не. Да, у них хаешки липнут. Капец, я офигел, она как будто хлоп такая. Сначала не долетает, не долетает, потом хлоп такая, как будто пролагнула. Как и отскочила и прям в меня. Да, она прям от земли к тебе просто. Да, въебала. Прям въебала, ну. Чё за прикол? Чё за прикол?
с этой, блин, с М24, короче, уперся, и тебе ж неудобно. Ты просто, пока бы у тебя там этот клипалась бы пушка, он бы тебя просто просадил. Ты мог его там снять. Если ты ему дал сейчас шот, ну, хороший, то был бы шанс. Но опять же, у них, блин, зажимы у двоих, короче, все без задачи, все, короче, там, блядь, хаешки прилипают, видишь? Да, блин, тебе надо было хаешку просто кинуть туда, куда я тебе сказал, а не так бежать. Я уже прошел, а хотел дойти, короче, потому что у меня каски не было, и там хотя бы был бы шанс оттуда повоевать, чем с опеном, блин. Какой опен? Да. Я думал, Дона будет у них в доме, поэтому хотел туда поджаться. А в итоге, видишь, их зона сыграла странно. Надо было за деревом там сидеть. Надо было просто как мыши сидеть. Так они видели все. Они просто тупо всех нас видели и все. Ну так-то... Ну вообще по-нормальному надо было зажать по ним, когда они еще на УАЗике ехали, они стреляют там с М24, с этих, ну... Просто... В трихарик зарядить по ним и все. Надо про читаков отдельный ролик запилить. Выиграй. Что, в Сан-Мартин? Шмотка.
договориться, ты когда оцениваешь человека по одежке. Ой. В пубге по одежке, да, оцениваешь? Это еще и братья кроваты. Лупа и лупа. Ну вижу 6, ну фактически 8, да? Да, там в центральном доме, конечно, лут пободрее. Ну, СКС мутант, как тебе? Нормально. Круче было бы арбалет и дробовик. Кстати, тоже было. Не на ту пушку. Взять берил. Тишина такая, да, вообще никто нигде не выглядывает. Ой, никто никого не стреляет, блядь. Да, все. Все, пойдем в мелкие общаги. Я еще не долтал. Опа, у меня тип тут перебегает. Понял, понял. Где, где, где? О, в домике, в домике. Пиздец. Так заруинится. Так, я пойду этот возьму, этот как его. Охотник. Пойду калаш. Там живешь? Да вроде. Где-то типок. Ну, блядь, исчез. Ты бы видел этот зажим с берила, блядь, конченый. О, моего добили. Где дядь? Я здесь. Ой, а я в центральный случайно пошел.
Иди подлутай тут что-нибудь. Да я центральный вошел, видишь? Кирпич. А внутри. СЛР. Уже есть, есть. Иксовок нет нормальных? Тройки только лежат. Ага, их-то отсюда не видно, их там не хватит. Пойду-ка я в дом с баннером. Давай, давай, я сейчас тоже. Челик, челик на дороге у вас. С горы хуярит. Нахера. А, это середина. Видишь кого? Вот здесь вообще. Кто с горы херачит? На горе вообще никого не вижу. Он там есть. По мне шмальнули. Где еде? Все, я иду к вам. Третий рюкзак вот есть, дядь. Вивенчный магазин. С горы херачит. С горы. А, ну я не вижу их вообще. С горы в челике один шот. Вижу, 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 вижу. Их там двое. Двое. Попал. Еще попал. Ай-яй-яй. Это другой меда. С горы. Близко, дым, меня. Дым, срочно. Меня на 85 на 100. Меня убили. Иду. Кто тебя чекает? А вон стоит прямо на бетонке, стоит, смотрит на меня. Блять, ёбаный в рот. Да, Мишаня. Здесь. А он меня уже чекает. Это читераст. Ну да, хули там. Четыре баны. Как сообщить на них? Да сообщи на нашего.
За оскорбление, ебани его. Я все. Давай, я тоже. Спокойной ночи. Угу, доброе утро. А, кстати, да. Спасибо за игру. Ладно, GG, пока. Ну все. Хорош.